Но в эти минуты в Московском доме кино прощаются с поистине народным генералом-артистом Алексеем Булдаковым. На церемонии его родные и близкие, и, конечно же, многочисленные поклонники. Любимый миллионами зрителей генерал Иволгин из комедии «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Реплики его героя разобрали на цитаты, а каждое появление на экране дарило радость и заряжало оптимизмом. Всего в фильмографии артиста более 100 картин, а еще роли в театре. Алексей Иванович работал до последнего и был полон творческих планов. Булдакова не стало в минувшую среду. Ему было 68 лет. Похоронит артиста на Троекуровском кладбище.